Всем привет, с вами Лёви Геймс, и это снова Даст. Посмотрите, какое выживание. Сейчас я вам покажу. Смотрите, что я нашел. Я нашел вот такой офигенный топор. Вот это давайте. Это, кстати, еще целое, нормально. Хватает, здесь тоже хватает. Посмотрите, нашел какие-то нитки. Добыл вот это вот камень, получается. Да, и смотрите, еще железные руды. Короче, кучу всего добыл, просто вообще класс. Теперь давайте попробуем, как вот этим будет. Ух ты, посмотрите, сколько я добываю. Яблоко еще какие-то, смотрите-ка. Вообще классно. Еще вот так, оп. Еще топор, вообще просто супер. Давайте мы с вами, сегодня задача — это сделать новую хижину. Чтобы была новая хижина, чтобы было вообще все нормально, чтобы можно было жить. Так, еще сейчас дорубим. Ну-ка, давай, оп. Лучше бы, конечно, возле воды какой-то, наверное, поселиться. Хоть, чтобы вода была, что-то попить. Поесть что-нибудь можно было. Вот там какая-то водокачка, нужно туда идти. О, я срубил дерево, вообще класс. Давайте-ка сделаем так, смотрите. Берем и строим что-нибудь. Хотя бы хоть какой-то забор, что ли. Хотя это просто забор, зачем он нужен? Так, ну вообще. Вообще непонятно. Ткань нужна, похоже, нужна ткань. Давайте-ка ткани пока поищем. Нужно где-то... Так, подождите, а ткани разве у меня нету? Нитку можно на ткань, наверное, разложить. О, что это такое? А, это просто так, это пока не то. Давайте-ка тогда, ну-ка посмотрим, как-то можно скрафтить это? Это нет, это нет. О, что это такое? Смотрите, как круто. Бомбы, вот это вообще непонятное что. Пестик. Это чтобы что-то делать тоже. Огонь. Смотрите, куча всего, в общем. Давайте тогда пока пойдем. Посмотрим, что здесь есть вообще. О, смотрите, можно покушать. Надо обязательно покушать. 100%. Блин, а кто-то стреляет. Слышали? Я не хочу попасться на них. Это что такое-то? Это железо. Вот сюда пошлите. Тут какая-то еще штука непонятная. Так, там что-то стреляет, не хочу. Вот я нашел, смотрите, вот в таких штуках. Пойдемте вот сюда проверим, посмотрим. Вот это что такое, смотрите. Кто-то здесь умер. Давайте посмотрим, что там у него есть. Блин, там стреляют реально из автоматов. Что это такое? О, нормально, смотрите. Вот так, а как тут можно, интересно? Переделывать. О, вот так. Все, смотрите, все собираю. Все, вот так пригодится 100%. Все, супер, пошлите. Теперь вот сюда вот. Класс, я хочу уже домик себе построить. Но нужны ткани, похоже, побольше. Всякого скрафтить. Вот в таких я нашел. О, нормально. Посмотрите, как круто. Да это что такое? Давайте посмотрим. Ну, это как раз моток этой тряпки. Как это правильно называется? Блин, я ж испугался. Вот здесь камни берем. Вот так. Оп. Все, супер. Израсходовал. Один. Вот сюда кидаем его. А, его вот так выкидывать. Дропаем. Этот вот сюда. Хотя лучше давайте ножиком. Стойте, ножик тоже теперь можно выкидывать. Вот так это делается. И теперь вот так, оп, дропаем. Все отлично. Давайте лучше для начала ножиком. Оп, хорошо, смотрите-ка. Камня много добыл, но нет, все-таки, о, пошлите, вот здесь, наверное, ткань еще будет. Сейчас вот сюда вот бежим. Вот так, о, нормально, смотрите, как круто. Да, вообще класс. Давайте здесь пособираем всего подряд. Вот это вот тоже, потом вот те кактусы. Ничего себе, здесь какие территории, просто куча всего. Там, конечно, стрельба была, там мне пока реально опасно. Как тут выживать, вообще не представляю. Сейчас посмотрим, что вообще можно будет сделать. Какие штуки, надо, кстати, еще... Смотрите, нормально я тут рублю кактусы. Просто вообще, один за другим, все, супер. Срубил, вот туда пошлите, за горой. Интересно, что там происходит вообще? Что там будет? Как там вообще все строить? Просто как-то круто. О, смотрите, кто-то живет тут. Нормально у кого-то домики. Ух ты, это что такое? Смотрите-ка. Пошлите туда, посмотрим, что это такое. Даже прямо интересно. Там кто-то был, да, по-моему? Слышали? Пока вот так вот я порублю. Но нет, все-таки пошлите туда. Вот это что такое классное? Круть. Вот сюда пока берем топорик.
Смотрите-ка. Блин, здесь вообще классно. Вот сюда. Ой. Я ничего не делаю. Это разбойники, что ли? Ой, ничего себе, они меня завалили. Да все, все. Жесть, да, они меня завалили. Полнейшая причем жесть. Я все потерял. Вот это да. А я здесь недалеко оказался вроде вон туда. Давайте быстренько пойдем тогда. Заберем все, что есть. Вот сюда сейчас. Оп-оп-оп, быстренько попробуем. Это бандиты, как я понял. Их бандитский лагерь. Туда, похоже, очень сложно зайти. Пойдемте посмотрим. Кстати, можно вот здесь посмотреть, что вообще происходит. Что вот это вообще за место. Пока возьмем ножик. Что здесь такое? Ну-ка. О, точно гниет, смотрите, все. Прямо, блин, можно подождать, у них железное даже, смотрите, как круто. Но все это гниет. А вот это тогда давайте посмотрим. Может, это тоже гниет? Это начинает гнить, получается. Ну-ка, здесь ничего не сделали. Да никак не забраться. Нет, пока никак не забраться. Тогда идемте вот туда, точно ведь туда. Давайте сейчас посмотрим. Если я все правильно понял. По-моему, где-то вот здесь вот или нет. Или это вообще другая местность. Вот, по-моему, вон там этот лагерь. О, смотрите, здесь все разрушилось. Пойдемте посмотрим. Ух ты, крутяк, верстак. О, это я что-то здесь могу сделать, если у меня верстак есть, получается? Или что это такое? Так, смотрите, билдинг. Это здание. Это просто верстак. А где здесь фундамент? Кто видит фундамент? Я вообще не вижу фундамента. Ящик, ящик, блин, там что-то упало еще. А что, я не могу, что ли, делать это? Все развалилось. Полнейшая жесть. Вот сюда теперь идем. Да, я вообще не в той стороне, получается. Я где-то появился в другом месте. А, у меня же карта есть. Знать бы, где я очутился и был до этого. Может, я вот здесь вот был? Или я, наверное, вот здесь вот был? Вообще непонятно. Может, я был вот здесь, и тогда нужно идти вот туда? Ну-ка, правильно. Вот это еще какой-то домик, пойдемте посмотрим. Вон там большие дома. Просто круто. Так, смотрите, давайте вот этот дом. Все-таки по домам надо походить, посмотреть, что вообще в доме творится. Это чистенький домик. Свежий. Вот это что такое, смотрите. Как раз попить водички. Я никак не могу, что ли? Здесь нет ничего. Да, здесь нету ничего. А вот это что? Давайте посмотрим. Это сера, да, походу? Да, это сера. Вообще нормально. Я не знаю, зачем она мне, но мне нужен камень. Вот это камень 100%. Давайте камня и дерево. А, и ткань еще нужна. А, нет, это же... Блин, это железо. Я всегда путаю. Ну-ка. Железо тоже подобываем. Теперь вот сюда пошлите. Сейчас будем разведывать местность. Что тут будет происходить? Так, ну-ка здесь. Я туда иду, а не туда, получается. Вот так, оп. Все вроде бы нормально. Все, дерево нарубил, пока хватит. Теперь надо ткань где-то найти. Вот это что такое? О, костер горит. Нормально там. У него неплохо. Теперь вот туда пойдемте. Мне надо спальник по-любому, наверное, сделать первым делом. Поселиться где-то в хорошем месте. Вот сюда вот я иду, это, по-моему, вообще не туда. Да, я куда-то вообще не туда. Давайте-ка сейчас вот сюда только сходим, посмотрим. Что здесь вообще происходит? Кто здесь живет? Что здесь делает? Здесь все гниет. О! Нет, это я... Думаю, долбить буду вообще непонятно сколько. Здесь никак все. Здесь уже никак не открыть.
Только если подождать, но это гнить, наверное, долго будет. Так, а если я вот туда? Смотрите, плавать еще можно, вообще круто. Вот туда я иду, правильно, в том направлении? Нет, вообще не в том. Мне, значит, вот туда надо. Ну-ка, побежали в ту сторону. Блин, посмотрите, здесь прикольная вообще графика. Вон там какой-то домик тоже есть интересненький. Здесь какие-то пустыни, пока непонятно что. Ну-ка, пошлите, поплыли. Ну да, я вот примерно в ту сторону должен идти. Получается, да, где-то так. Вот в ту, наверное, сторону, если быть правильным. Пока плывем, все пока хорошо. Здесь ничего нету под водой. Ничего нету, тишина, никого нет. Бежим теперь вот сюда. Сейчас будем смотреть, что здесь вообще происходит. Какой-то дом. Блин, в дом, наверное, не пойду. Пойдемте вот туда перейду пока. Здесь чисто пустыня получается, смотрите. Вот это круто. Вот сюда. Теперь я... Да, сейчас как раз перебегу и посмотрим, что там такое за штука вообще. Что там за местность какая-то непонятная. Вот туда вот эти вышки лэп, походу, ведут. Точно, смотрите, там что-то такое происходит. Здесь вообще полнейшая пустыня. Смотрите, вообще ничего нету. Вон там хоть камни какие-то появились. Сейчас вот здесь посмотрим, что это. Прямо, смотрите, свет манит нас. Блин, надо было, кстати, когда плыть. Плыл я, наверное, воды попить. Там же можно как-то воды попить? Ух ты. Вот это здесь круто. Смотрите, вот это надо залутать по-любому пойти. Вот это вот давайте-ка попробуем. Так, это ведь железо, правильно? Да, это железо. Идемте вот сюда. Вот это камень, да ведь? Нет, это опять железо. Да что это такое? Здесь железо никому не нужно? А камень весь, наверное, вдолбили. Во, смотрите, что-то есть. Ух ты, вот это класс, посмотрите. Сейчас мы с вами здесь должны обязательно что-то найти. Надеюсь, не свою смерть. Офигенно. Ух ты, здесь смотрите, что только нету. Вот это круто. Так, а я могу как-то вот быстро это сделать? Нет? Что это такое, кстати? Нормально. Вообще круто. Теперь вот это вот берем. Так, блин, я думал, это я хожу. Ух ты, посмотрите, как круто. Давайте-ка вот так сделаем. Эй. Вот это я могу сделать что-то с этим? Пока ничего здесь. О, что-то ящик какой-то. Отлично, бинты, супер. Это вот сюда патроны тоже пригодятся. Блин, да я здесь сейчас все облутаю. Представьте, как будет круто. Еще один ящик. Блин, темно уже становится. Ладно, пофиг, главное облутать. О, круто. Пружины, что только я не нашел. Теперь на вышку, наверное, надо забраться. О, здесь что-то нет. Во, ящик еще один. Огромный ящик. Ничего себе здесь. Посмотрите, что только нету. Блин, вот что, зажигалку, что ли, включать? Не хотелось бы. Наверное, будет очень палевно. Но все-таки придется. Ждите. Как зажигалку врубить? Во. Ты класс, надо на каждую вышку зайти, получается. Сейчас по-любому меня кто-то найдет. Что такое? Угу. Вот это берем. Это, кстати, просто железная. Это мелочь. Вот это, кстати, что такое? Шотган. Это часть шотгана. Это не сам шотган. Теперь идем вот сюда. Теперь еще где вышка, вот там. Пошлите-ка сюда. Блин, здесь уже становится страшно. Сейчас кто-то на меня нападет, 100 пудов. Все, вот так, пошлите пока наверх. Заберемся. Ой-ой-ой, как страшно. Отлично. Но самое главное, посмотрите. О! Теперь давайте вот так вот сделаем, смотрите. Это шприц получается. Но я, наверное, его пока не буду делать.
Хотя можно делать, что зачем мне его? Отлично. Все супер. Видели, как классно? Так, здесь пока у нас... Вот там же еще были какие-то машины. Я не знаю, кстати, как это вообще возможно. Блин, не туда пошел. Ночью залутать хоть что-то. Вот сюда, быстренько. Блин, видите, лагает немного, походу. О, машины, нормально. Что-то будет, кроме машины здесь? На мосту. Блин, это явно крутая какая-то вещь. О, точняк, смотрите, как круто. Давай, открывайся. Нормально вообще, посмотрите, как классно. Вот так еще. Ой, уйди отсюда. На, на. Блин, он меня завалил, серьезно. Жесть, он меня завалил. Вот что значит привлек внимание. Смотрите, он меня сейчас облутает. Вообще будет жесть, наверное, полнейшая. Никита меня какой-то завалил. О, еще кто-то появился. Блин, здесь безжалостная игра вообще. Здесь тебя завалят, только очнись. Тебя тут же завалят. Где я нахожусь? О, я нахожусь недалеко от этой штуки. Классно. Давайте мы с вами на этом будем заканчивать. Круто попутешествовали. Надо уже начинать строить свой дом и уже в доме развиваться. Все делать, чтобы было классно. Давайте займемся этим в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.